Здравствуйте, мои дорогие клиенты по недвижимости и просто зрители. Посмотрим еще один домик. Дверочка старинная. Скажем так, обычно. Sí, bueno, vamos a ir viendo si ya está. Это так, от входа что мы видим? От входа мы видим, видим. Налево сразу у нас душевая. Совсем другая песня. Так, все разное. Абсолютно все разное. Оделся, Мико? Привет, Амина. Блин. Уже не знаю, что говорить. Так, проходит у нас вот так. Здесь стоит шкафчик. Наверх идет лесенка. А, уже посмотрели? Так, налево опять же. Старенькое все, старенькое. Паркетик такой. Ой, пардон. Ага. Комната, учится дочка. Вот такая, кондиционер. Пошли. Старенькая. Паркетик, конечно, оставляет желать лучшего. Прошли мы как бы в зал, получается, да? Напрямую. Видим шкафы старые, различную технику, телевизор, так, мебель, диванчик. Все в такой, вот затемненной обстановочке. Угу. Мне ночной клуб напоминает. Налево еще комната, понятно вам. Значит, посмотрели, там что-то еще будет у нас. Куда-то вход, ага. Может быть, склеп там фамильный. Так, большая спальня получается. С нее, с этой спальни, окошечко одно идет. Опять кондиционер. Старая ревелюшечка вся. Так, и выходим сюда. Здесь спортзал еще есть. Люди, которые, ну, умерли, и их дети распродали все здания. По частям. Это тренировочный зал маленький еще. Нужно качать мышцы и грудь, кажется, качается. А здесь ножки. Так, вот так вот. Развернусь. И вот так вот. Отошли, друзья. Так, интересно. Очень интересно. Пойдем наверх сейчас. Поторопился я насчет разговоров наверх. Значит, пойдем как раз туда, куда я отсюда показывал, что сюда какая-то дыра. Ох, хватите. Точно я попал куда-то в клуб ночной. Спустились мы в подземелье, получается. Очень интересно. Гардеробная. А я и una bomba para que toda el agua que se recoge aquí la expulsan a la alcantarillado. На газе. Ванна. Yo en un principio esto lo iba a ver reformado. Porque lo que pasa es que nos estábamos ayudando a hacer, sin venderlas, qué hacer. Porque había pensado hacerme aquí eso, lo que es un poco lo que es el cielo, a lo mejor poner una ducha y hacer aquí, bajar las cremas, así que hubiera quitado esta pared. Y esto de estar bajo suelo, siempre hay un poco el color un poco morado, porque esta zona de la playa es un poco más... Все заставлено, пройти негде. Es una zona de Alicante. Sí. Вышли из этой комнаты, пошли наверх. А, здесь еще что-то есть. Маленькая комната. А, там обогреватель воды тоже стоит. Ага, понятно. Вверх. Интересно, это дерево. Это прочное. А это плитка. Lo cierro yo, ¿vale? Окошечко.
Comenzó a que se te reía solo. Sí. Esa es la... Как будто я в замок попал. Опять везде мебель. Узенькие. О, кухня где интересная. У них на втором этаже, да? Оригинально. А я думал, где кухня? Большая кухня, кстати. Угу. Прикольно. Все под дерево. Чуть-чуть реконструкцию совсем немножко надо сделать. Такой фильм напоминает южную сторону. Да, и здесь sí, еще... Это lo diseñó la diseñadora que зачем она здесь, я не знаю, но она есть, эта дыра. Pues eso, nosotros vivimos aquí ya llevamos 8 años. Y ahora ya estamos pensando pues un poco eso. Mis hijos es que quieren cambiarse. Звонят мне. Так. Рассосались людишки, и покажу вам более предметно. Открыли дверь на террасу или балкон, как вам удобнее. Покажу вам, как это все выглядит. Смотрите, какая плиточка. Там еще какая-то территория, мы туда попозже пройдем. И пошли. Там еще комната. Так, сейчас я выйду. Испанцы очень любят дерево натуральное. Посмотрите, сколько я показываю объектов. Там часто присутствуют деревянные столы, деревянные стулья. Они просто тащатся по этому. Да, мы вышли на террасу, где прекрасно можно отдыхать. Домик находится недалеко от дороги, к сожалению. И немножко доносится на террасу шум. В самом доме я не слышал шума. Здесь вот есть парковочка. Так. Вот этот дом тоже продается. Сейчас шли и увидели вывеску, что продается. Очень большой дом и очень большая территория. Вот. Что вам еще здесь сказать? Отойди сюда, покажу этот ракурс. Интересно, да? Тольдесы вот закрываются. Можно по теории здесь сделать еще целую комнату. Чуть-чуть здесь буквально заделать стены, поставить окна. Вот вам еще одна комната. Выход туды. Пошли. Интересно, да? Совсем другое вообще просто. Заходим в следующую комнату. Я сбился немножко со счета, сколько их и чего. То есть это верхний этаж. Здесь что-то типа кабинета и комнаты отдыха. И как ее назвать? Ну, в общем, прикольно. Вышел тут же на... И здесь еще двери, я вижу, да? Но они забаррикадированы. Это то, как раз помещение еще пройдем. Весь домик разбит на комнатки. Вот, отсюда будет лучше видно. Так. Ага. Понял. Это мы под крышей, други мои. Вот она, крыша. И под ней сделаны дополнительные еще комнаты. Теперь ясно все. Теперь все ясно. Индивидуально. Пройду еще. И там гардеробная. В одной двери показала хозяюшка. Там. А здесь, скорее всего, санузел. Ванная. Ага, пардон. Сейчас, секундочку. Небольшой санузел. Угу. Сейчас, наверное, сюда еще попадем. Я сюда. Ой, собачка там, мама мия. Вот нельзя же без спроса открывать. Ну вот, гриль. Я хотел зайти там и чуть не открыл собачку. Спанельчик. Это помещение, еще гриль можно делать. Там да, маленькая кухонка, гриль. Хоз всякие там. И также все закрывается или открывается. Угу, да. Интересно. И тоже, кажется, нет мужика. Секите, берите на ухо себе, альфонсы. Кондиционер здесь, друзья. Не успеваю все отметить. И mi familia sí que es artista. Да, я veo la educación. Вентилятор еще есть. Ну вот и все. На сегодня это последний показ объекта. Категории 300-350 тысяч евро, как можно ближе к морю.
Adiós, amigos.